Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий. Ведущий Андрей Малахов откровенно признался, что его возможности исчерпаны, а уровень стресса зашкаливает. Андрей Малахов пошел на радикальный шаг, отказался от кресла главного редактора журнала Star Hit и закрыл его печатную версию. Он признался, что последние месяцы его жизни выдались тяжелыми, и он перестал справляться с обязанностями. Удивительно, но решение свернуть один из популярнейших таблоидов страны телеведущий озвучил после скандала вокруг гражданства Аллы Борисовны Пугачевой и его мужа Максима Галкина. Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, возможности журналы исчерпаны, заявил Малахов. Интересно, что ранее в интервью Ксении Собчак Малахов рассказал о конфликте с Примадонной из-за статьи в своем таблоиде. Был звонок от нее и практически через ее крик в мой адрес, что происходит. Хватит уже писать. Я даже не успел ничего ей объяснить. Потому что она бросила трубку, жаловался Андрей. С того времени двери дома главной артистки страны для телеведущего закрыты. Малахов пытался пойти на примирение первым, но Алла Пугачева трубку не берет. И пока общаться с ведущим программы прямой эфир не собирается. Представитель Star Hit в разговоре с РБК отказался от комментариев и сообщил, что вся информация в свое время появится на сайте издания. Издание Star Hit, изначально ZEFY, появилось в ноябре 2007 года. Издание пишет о новостях шоу-бизнеса и светской жизни. Еженедельник входит в медиагруппу Horst Schkalov Media, которая также выпускает российские версии журнала Elle. Ролик подошел к концу. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно его услышать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так вы будете узнавать о всех самых свежих новостях и ничего не пропустите.